живее! Опасно. Вы ее не получите. Ну как ты? Я в порядке. Спасибо, что сдержали слово. Жди меня здесь. Я разыщу своего друга. Лев поможет нам попасть в Москву. Он тоже ассасин, как вы? Нет, он не ассасин и не тамплиер. Прошу, будь осторожней. Сохрани это. Но... вы ведь вернетесь? Вспомни, что я тебе обещал. Хорошо. Спрячься где-нибудь. И дождись меня. Береги себя, Настя. Странно. На улицах одни солдаты. Что происходит?
не скиснут. А в такие времена лучше держать ухо востро. Ты уверен? Верно говоришь. В такое время нужны люди, на которых можно рассчитывать. Который час? Я голоден, как волк. Нашел о чем думать, когда вокруг такое творится. Я не могу это опустить, пока веревка цела. Может, выстрелить в нее? Смотрите, чтоб никто не ходил тут. Если кто появится, немедленно расстрелять, как шпиона белых. Почему мы не атакуем сейчас? С нами ведь товарищ Троцкий. На рассвете здесь будет 5-я армия. С ними мы сможем отбить город. А в одиночку тягаться с чехами – плохая идея. Уже на рассвете? Черт, я не думал, что все так обернется. Здесь? Нельзя попадать под свет фонарей. Тамплиеры сразу пулю в лоб пустят.
Нельзя попадать под свет фонарей. Тамплиеры сразу пулю в лоб пустят. Здесь! Наши экзамены! А ну, назовись. Нельзя попадать под свет фонарей. Тамплиеры сразу пулю в лоб пустят. Все сюда! Не с места. Нельзя попадать под свет фонарей. Тамплиеры сразу пулю в лоб пустят. Приказы товарища Троцкого. Бондаренко. Далековато будет.
Может быть, это устройство Теслы поможет погасить свет. Пойму. Кто тут? Взять его! Он где-то там! Вижу его! Oh!
Остановись, живо! Ассасин! Похоже, фонари подключены к этому генератору. Похоже, фонари подключены к этому генератору. Надо рассчитать время, чтобы не попасть в освещенные области.